Сегодня мы с вами научимся делать декупаж бутылок, которые в дальнейшем пригодятся для любого мероприятия, такие как свадьбы, дни рождения. Для этого нам понадобится бутылка, акриловый грунт, который будем наносить с помощью обыкновенной губки для мытья посуды, клей ПВА, салфетки и ленты для декораций. Итак, первый этап. Сейчас мы небольшое количество грунта наливаем в емкость, из которой потом будем губкой макать и наносить на бутылку. Небольшое количество. И похлопывающими движениями мы начинаем наносить на бутылку материал. Грунт наносится в один слой, затем он немножко должен подсохнуть, и мы следом с вами нанесем второй слой. Так, бутылка на один слой у нас покрашена, загрунтована. Необходимо подождать какое-то время, буквально пару минут. Затем будем наносить второй слой, чтобы убрать все изъяны. Тем временем, пока у нас сохнет бутылка, мы можем подготовить материал. Это будет салфетка, которой необходимо нам отделить толстый слой с рисунком от белого. Сейчас нам необходимо будет выстричь по контуру цветы, для того, чтобы в дальнейшем их нанести на бутылку. Очень аккуратно. Сейчас самое время нанести второй слой грунта, чтобы скрыть все неровности, недочеты, изъяны убрать. Также похлопывающими движениями, не жалея материала, наносим на бутылку. Прокрашиваем лучше те участки, в которых видно пробелы. Сейчас мы возьмем лоскут ткани для того, чтобы в конце задекорировать верх бутылочки. Нам необходимо получить из этого материала круг. Возьмем подручные средства, тарелку и карандаш. Вот такой лоскут ткани у нас получился. Пока его отложим в сторону. Сейчас мы будем использовать салфетку вырезанную, клей ПВА с кисточкой и саму бутылку. Аккуратно размещаем салфетку на бутылку. Открываем клей. Наносим сверху. Размазываем кисточкой. Аккуратно пропитывая. Вот такая бутылка у нас получилась. Затем мы будем декорировать бутылку лентами, тканью и деревянной поделкой. Вот такая бутылка у нас в итоге получилась.